Следующее произведение представляет собой фрагмент из китайской народной оперы «Любовь бабочек. Прощание у павильона». Я хотела немного бы рассказать о сюжете данной китайской народной оперы. Девушка захотела учиться в университете. От большого желания она переодевается в юношу, так как девушкам было запрещено получать образование. Она переезжает, учится и влюбляется в юношу. В результате они начинают дружить. Он ничего не подозревает, и когда он выясняет, что тоже в нее влюблен, они оба погибают, и в конце из их тел вылетают бабочки. И потому опера и называется «Любовь бабочек». Сейчас данный фрагмент оперы исполнит Роман Шапира и Зоя Гольцева. Я петь не буду, потому что это увертюра из оперы. Но я вам по уже традиции, которая у нас сложилась, прочитаю перед этим китайское стихотворение тоже о любви. Как китайский язык еще не надоел? По-китайски не надоело. Красиво. 君子好逑参差荇菜左右留之窈窕淑女寤寐求之求之不得寤寐思服悠哉悠哉辗转反侧参差荇菜左右才之窈窕淑女琴瑟友之参差荇菜 左右望之，窈窕淑女，终无乐之。 Теперь по-русски. Это стихотворение называется «Встреча невесты». Это самое древнее китайское стихотворение, которое только есть, примерно 15 века до нашей эры. Вот подумайте. Древности китайской культуры, 15 век до нашей эры, из сборника древней народной китайской поэзии, которую в древности же и собрали, называется этот сборник «Книга песен». Потому что в древности стихи не исполняли просто как стихи, а их пели. Клали эти слова на музыку и пели. Итак, «Встреча невесты». Утки я слышу, кричат на реке предо мной, селезень с уткой слетелись на остров речной. Тихая, скромная, милая девушка ты, будешь супругу ты доброй, согласной женой. То коротки здесь кувшинок листы, то длинны, справа и слева кувшинки, срываю я их. Тихая, скромная, милая девушка ты, спит или проснется, к невесте стремится жених. К ней он стремится, ему недоступна она, спит или проснется, душа его думой полна. Долго тоскует он, долго вздыхает о ней, вертится долго на ложе, в томлении без сна. То коротки здесь кувшинок листы, то длинны, справа и слева мы их соберем до конца. Тихая, скромная, милая девушка ты, с лютней и цитрой мы встретим тебя у крыльца. То коротки здесь кувшинок листы, то длинны, мы разберем их, разложим их в дар пред тобой. Тихая, скромная, милая девушка ты, бьют в барабаны и колокол радостный бой. Thank you.
поэт.